А есть разница между английской кошкой и русской кошкой? Не, никакой разницы. Кошка, на всей планете кошки одни. Они по породам отличаются. Персы, там, сибирские. А по повадкам, по характеру? Характер может быть и у персов злые, агрессивные, и у сиамские могут быть очень добрые. Это не от... Даже, ну, порода играет роль. Ну, потому что элитные кошки, вот, которых вывели, они такие немножко такие флегматичные, болезненные, вот, а спокойные. А вот дворняжки уличные, они такие агрессивные, такие резкие, и не имеют никак, все от воспитания. Поэтому у нас самое главное – это воспитание. То есть с детства, как вот кошку заложили, да, вот так она, такая она и будет, такой у нее характер. Вот я всю жизнь брал котенка, с детства воспитывал, и у меня потом получалось, как я хотел.